хорошее начало было, забили первый гол, потом не хватило реализации, дали вратарю почувствовать, и все, словил кураж, не смогли забить. В принципе, хороший матч был, но выпали там на минут 10, пропустили два гола ненужных, и потом могли сравнять, хорошие моменты были, но не забили, и за хорошую игру не дают очки, нужно выигрывать. Алексей Колсов молодец, он подтащил на сегодня, то есть пропустил всего две шайбы, мы должны были больше забивать, поэтому он молодец, больше ничего сказать. Да, и у нас, у соперника было много моментов, такой обоюдоострый хоккей, но мы забили первое, хорошо все было, до того момента как пропустили. Доверие – это один из самых главных факторов, поэтому стараюсь им пользоваться доверием, поэтому выкладываюсь на максимум в каждом матче и стараюсь работать. Да, доверяют, но нельзя ошибаться. Это как бы сегодня такие ошибки допустил, которые нельзя делать. Вот. Классно, что доверяют, очень приятно. Приобрел от более старших ребят всего по чуть-чуть, то есть подходил к старшим ребятам, узнавал про их сильные качества, и они мне подсказывали, там, как бросать, как шайбу укрывать и так далее. Александр Волков, да все подсказывают по чуть-чуть, то есть даже на лавку, когда приезжаю, если там какая-то ошибка, то есть Андрей Стась может подсказать, как лучше поступить, и ну все, и тренерский штаб, все подсказывают молодым. Ну да, конечно, ребята говорят, там даже ну, по игре, что можно сделать какие-то моменты, какие улучшить можно, где-то там мелочи какие-нибудь. Ну да, это аншлаг, это классно, тебя они толкают вперед, и хочется больше и больше выжимать из себя и доказывать. Круто, да, как бы очень хотел, наверное, даже больше забить на домашней арене, почувствовать это, но обидно, что вот проиграли и не до конца такой кайф получаешь от этого.